Ладно, допустим. Ладно, окей. Это ракета. С вами Глюк и Сорс. Здрасте. Сорс запрятался и пытается меня убить из кустов. У тебя что, нет, что нельзя? А, то давай лучше расскажи, чем мы тут прыгаем, два придурка. А, мы собрались здесь, чтобы смотреть подарки от вас. А, в прошлый раз мы видели просто охрененный Avenger, который собрали винилан и снайпер. Это просто нах вам, вот просто вот реально. Самый лучший Avenger, наверное, который я пока что видел. Еще и с тремя турелями. Ну, это еще я не строил, но я, в принципе, строить не буду, так что ладно. Нахрена тебе это надо? Ты знаешь, сколько времени на это уходит? Прикидаю. Я когда-то строил огромные масштабные постройки, но потом мне времени не хватает. Но потом тебе простелили колено, я понял. Я в задницу пал, колено. Смотри, это... Маленький ключатель. Езди на этом сам. Это ходунок, ходунец вообще-то. Ходунец? Ладно, это ходунец. Я удаляю эту хрень. Что это такое, блин? Оно само ходит. А какого хрена оно само ходит? Ты ему разрешал? Нет. А ну накажи его. Там на нем сиденья нет вообще-то. Вообще? На. А почему? Ну это какой-то механоид. Это из Фростпанка, что ли? Я не знаю, эта штука. А, я не знаю, смотри, сверху там, видишь, поршневая какая-то херь. А, ты когда удалил картони, у него сенсор сработал. Вернее, перестал работать. Чувак, она на поршнях, походу, работает как-то. На контроллерах и поршнях. Ну, короче, если у нее поршень зависает, единственный, то она что-то как-то лагает. А может совпадение просто? Я не знаю, типа... Ну, она там типа паровая, это факт. Там описание на английском языке, я типа не до конца впираю, что здесь такое-то. Ну это ходилка, которая прямо идет, причем странным образом. И она больше ничего не делает. То есть на меня она не наводится, если что. Ну, ну в принципе эта вращалка вообще декоративная, походу, сверху, да. Да. Ну, эта штука ванильная, насколько я могу судить. Ну я не знаю, что про неё рассказать. Вообще ванильная. Она должна была, видимо, еще стрелять. Но она почему-то не стреляет. Как она? Нет, к ней даже не подключено. Пушки. А, да, она даже не подключена. Пушка декоративная вообще. Она просто ходит вот по определенному, так сказать, маршруту и все. То есть идет, поворачивает, еще идет. Не, ну что, прикольно. Ну, забавно, как что-то я смысла вообще не вижу. Ну, ладно. А может это именно из какого-то там фильма, игры и чего-то. Вот такое. Может быть, да, что это типа сделано из какой-то игры. Ну я кроме скрап-механика ничего не играю, поэтому все, что не скрап-механик, так что все, ничего не знаю. Я думал, что это из Фростпанка, но что-то не увидел. Я знаю, что это такое. Что это такое? Пингвин. Привет, пингвин. Че он мне машет? Здоров. У него, короче, память на этих сделана, на картофелеметах. Как можно сделать память на картофелеметах? Картофелемет и сенсор в свече. А, даже не сенсор, кнопка. Даже не сенсор, да, это просто кнопка. Но работает с одного тика, в принципе, вот. Блин, а почему мы таким не пользовались? А почему, вот, да, я сейчас тоже сейчас думаю, это же типа ванильная дичь. Вообще ванильная и работает в 100% случаев. Да. Это, то есть, а мы городили с тобой... Утюка. Не, ну подожди, для работы картофелемета выживания нужна хорошая. Ну смотри, это типа ты. Ну не, это не ячейка памяти. Ячейка памяти заключается в том, что там типа есть два входа, что типа сброс и подача. Ну подожди, сигнала. А может быть на один сигнал ячейка памяти, типа что вкл-выкл, типа запомнить. Ну да, на вкл-выкл там по факту это используется обычный выключатель. Что нифига это, да, это никогда не ячейка памяти. Он у тебя может сработать от любого логического сигнала, потому что пушка. Ну типа да, но фишка в том, что ты не можешь быть уверен, что сигнал у тебя всегда включен,
при включении пушки. Понимаешь, то есть ты его включаешь. То есть, смотри, я могу зажать кнопку, оно меня раз включит. Могу тапнуть, оно меня включит. То есть, ну, а если такое... второй раз уже сделаешь, она уже выключит, понимаешь? Ну да. Но это менее удобно. Ну или нужно ставить гейт на проверку, что типа, если есть сигнал, то тогда типа не стрелять. Может только так вот, если. Суть в том, что нажимаешь и отжимаешь, короче, вот. Пингвин. Ну, типа, да, ну, типа, пингвин, ну ок. Это космическая станция какая-то. Тут через сиденье забираться наверх. Да. Смоемся, смываемся. Я забрался. А прикинь, как это строить было? Утюка! Нет, нет! Я упал до самого низа, да? Нет, не до самого еще низа. Тут кнопка. Все, башенка. Вау! Оу! Что это за как? Что за эффекты такие? Что это за хренота? Не знаю, давай выключу. Ну-ка, выключи. Ты тоже это видел? Ёпта, это, а что это такое вообще? Я первый раз вижу штуку. Подожди, двигатель. Это же просто двигатели, да? Ну, допустим, а если я вот... Во, я заблочил. Ну-ка, включаем. Чё за наркомания? Слушай, это двигатели, которые вокруг себя делают вот такую хреноту. Как? Хрена бобу. Я не знаю. Видимо, в каком-то моде есть такие двигатели. Это трастер левел 5, это ванильный трастер. Да не, в смысле, не, это не ванильные. Да нажми на него. Это маленькие ванильные, а большие на концах стоят не ванильные. Я вообще не уверен, что это даже трастер. А что там на конце? Я не знаю. Это не трастер. Какой-то двигатель. Вот иди сюда. Вот тут черная фигня на конце. Вот видишь? Что-то какая-то, да, реально хрень какая-то странная. По-моему, это она. И с той стороны такая же есть. По-моему, это они так делают, эти штуки. И что это за штука такая? Не знаю, я такое еще не видел. Не знаю, с какого это даже мода. Это не модпак. Либо это лампочка в лампочке. Хотя нет, она черная, это не модпак. Ну подожди, а если, допустим, я сейчас сделаю какую-нибудь хрень? А давай мы не будем просто его вращать. Ну типа, я сейчас вот думаю, я сейчас возьму, просто припаяю и включу просто с этого. Я просто не знал, что есть такие сигналки какие-то. Сука, оно горит! Оно горит! Оно огнем горит, чувак! Это... Я на это не рассчитывал. Оно так не должно было работать. Прям пламенем? Пламенем, да. Так может это частички пламени так... Не, смотри, оно, короче, переключает визуальный эффект. Вау. А ну-ка, подожди. Вау, спускайся вниз нахрен. Смотри, что оно может. А, так оно частицами плюется просто. Да, это... Смотри, какая красота. Утюка красивая. Прикольно. О, вау. Трастер. Ни хрена себе, да это какой-то трастер. А как ты переключаешь? На Е просто жму на него. What the fuck? Жопа горит. Боже, это эпилепсия будет. Да, вот так. Ладно. Что за говнина упала? Это горящие блоки. О! У! О, это прикольно! Подожди! Верни! Верни! А как верни. Я верну тебя? Пузырики, смотри, блин. Я просто там, где оно улучшалось, я хотел сделать как это. Come here, come here! О, бананы летят, смотри! В огромном количестве летят бананы. Ананасы. Вау. О, помидоры. Слушай, это не хреновина, просто была в каком-то моде, а мы даже не знали. Блин, ну ты. Ух ты. Река, Теслочка. Тесла. Это понял? Режимы этого. Как это? О, пламя. Как эта штука называется? Наверху ставится на этом. На Вархаусе там, ты знаешь, такие две штучки есть. Вот это ихние эффекты были у тебя вот там, где Тесла. Не, подожди, не видел. Тут где-то было Камеха, вот это вот, из этого, из Dragon Balls. Вот эти, вот кубики полетели. Нет. Давай переключим. Жопа горит! Прикольно. Как оно выглядит со стороны? А, блин, поздно. Я уже переключил.
Прикольная штука. Не, классная, да. Знать бы, что за мод? О, подожди, это что такое? Банан. Ананас. А прикинь, вот такие помидоры летающие оставить. Ну блин, можно, знаешь что, можно декорации себе такие отфигашивать. Угу. Причем, я так понимаю, что они не жрут много этого, потому что они не физические. Ну, они вообще разлетаются сквозь все. Это как бы частица, все равно, что дым. Как бы очень дохрена будет плохо, но если вот так вот через 5 метров пару штук поставить. Ну, типа, нормально. Да, я думаю, что вообще будет насрать. Блин, а получается, что можно собрать такую же башню, но наверху врубить апельсинчики. О, я бананы включил. Ща, я тоже бананы, во. Все. Включай. Ну, просто сеялка бананов какая-то получилась. Ладно, давай еще раз другое что-то включим. Кнопочку бы какую-нибудь для быстрого переключения этого говна. Думаешь, она не работает на кнопочку? Давай LogicGate туда подключим, вдруг она переключается. Мне кажется, они там сигнал нужно подавать. Сейчас мы посмотрим. Тут же описание есть. То есть любая логика его включает. Бля, я неправильно запустил! Сюка! Нам выглядит жопа. Красиво. Так, подожди, где-то у меня тут оно стояло. Давай попробуем. Ой, тут был рычаг поближе. Давай попробуем поиграться, смотри. Наркоманская штука, давай следующую постройку, а? Подожди. Ты не наигрался, я так понял. Она, оказывается, снизу еще врубается. Только я эффектов почему-то не вижу отсюда. Зачем ты удалили? Вот, смотри, можно вот так вот врубить. О, смотри, какая херня. Тюка, нихрена себе красивая штука. А знаешь, что это за эффект? Это начало челленджа. Да, наверное. Блин, прикольно. Красивая хрента, прям вот за эту построечку я вот так вот. Ну, 9 баллов точно бы дал бы, да. Tower for Glück. Просто за то, за красивое использование, что мы этого не знали. Вау! Тебе предъяву кинули на красном бумаге. Глюк, ты вечно ноешь, что мы не пишем моды. Притом, сам ты этого не делаешь. Потому что я не успеваю, ребята. Вы представляете? Ну, типа, у меня там сейчас куча модов, и все мои моды находятся у меня, между прочим, в избранном. Глюк. Тут коробка, внутри коробка. Ну или почти коробка. Все. Смотри, коробка, внутри коробка. Ну так что, ну блин, ребят, извиняйте, я вот вообще никак не успеваю это делать. Типа это нужно полчаса сидеть выискивать, а лучшая ролика запишу. Коробка, внутри коробка. Ой. Ну знаешь, предъява такая нормальная. Не, ну типа я же не делаю специально, чтобы это типа смотрел кто-то, да, там. И это для тех, кто хочет задрочиться, кто хочет вот разобраться, что это за моды и так далее. Ну да. А я, ну типа, вы хотя бы по роликам можете понять, что за моды у меня используются. А я-то ваши вообще никак не могу понять. А что они делают? Нет, конечно... Конечно, есть программка Advanced Blueprint Tool, но там с ней надо заморочиться. Что это такое? Коробка, что внутри коробка, внутри коробки, внутри коробка. Что за... Подожди, коробка. Удаляем лишние коробки, потому что они лагают. А что с ними, типа, их все прожать надо или что? Да. Ну ладно. А тебе помогать или ты сам? Давай, помогай. Она открылась. Знаешь, что внутри? Коробка? Да. Неожиданно, правда? Прикольно. А с этой стороны вообще носатый какой-то хмырь. Так, ну ладно, открываем. Нехорошо, нехорошо, я согласен, чувак. О, смотри. О, вот это начинается, любимая их. Ладно, окей. Тюка, ну поехали, чё. Так, так, так. Нажимай, нажимай. Так, 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 так.
Знаешь, ты такой, о, 6, вот такой, 25. Да я так и думал вообще-то, а чего, где там дальше? Всё. Сейчас будет обидно, если оно с задержкой просто там же появляется. А оно так и есть. Лифт. Тюка, вернись, лифт! Вернись! Я с него соскользнул. Лосарик. Тюка, проклятый лифт, вернись! Ну и чё, и закрывается. И чё? Так, подожди, она должна была меня внутрь запидорить или нет? Да, да. Ты должен был залезть внутрь. Я залезу внутрь. Во. И спущу его тебе. Чем? Тюка. И правда. Touch my talala. Ой, блэд. Ты что сделал? Что ты запустил? Что это? Ёперный бабах. Ну так понимаю, пока, глюк. Ты просто внутрь прошел и все? Да. Я уже хочу рыгать. А чем ты там занимаешься? Я не знаю, это космической подготовкой или что? А ты попробуй. Давай, заспавни еще раз и попробуй ты. Только чур ты нажимаешь на кнопки, я уже заколебался. Хорошо. Просю. Все, я тут. Ага. Ох ты же. И типа, и хрен вот это вот снимешь, отсюда не выберешься вообще никак. И поставить тоже ничего нельзя. Ууу, тюка. Там как нету специально этих точек опоры. А знаешь, как оно выглядит? Ты же видел, как оно снаружи выглядит, да? Да, снаружи оно выглядит прикольно. Меня уже, по-моему, раза три в такое ловили. И не выберешься, да? Да. Блин, выруби эту хрень, пожалуйста. Подожди. Ну это сложно смотреть. Вырубить? Да. Ох ты ж ё. Куда меня приземлило? Тебе лучше? Да, мне лучше. Намного? Прилично так. Чувак, тебе налево. Ладно. Сдохни, тварь! А там еще освещение такое, знаешь? А, мои глаза. Мои глаза. Боже мой, какая ужас. Ладно. Смотри, вот и подарочек. Вот для тебя подарочек. Подарочек твой, видишь, for source написано. Не для глюка даже написано. Хотя нет, написано там тоже и для глюка, но. Тут нигде не написано, что это для глюка, так что он застрял. Надо его ровнее было ставить. Ау! Вот. Мозги тебе надо было ровнее ставить. Ну вон, ты его криво поставил, он тут потом не этот. Ну вот. Типа брум. Та-дам! Сорс, красава! И все. А что ты еще хотел? Ты еще что-то хотел? Аги, ты типа соедини. Ну... Они соединены! Ты дурак. Тюка, почему она такая медленная? Просто максимально, блин, медленная. Я думал, тебя там запрет. Я такой смотрю, закрывается, такой, а, что? А, понятно. Ты еще подумать успел там вот это все. Что за... О, боже. О, это точно твое. Это я, да. Вот смотри, а сбоку огурец. Во, сзади люди. Ну, что у меня намек, что у меня сзади люди, сбоку огурец. Не, просто они темные, а она. А почему вы еще двух граждан не нарисовали? Или трех, я не помню. Потому что двоих достаточно. Одного достаточно. Будем мы реалистами. Как бы двоих достаточно. Ох ты ж, ёшки-макарошки, что происходит? Она, смотри, вот отстрелила что-то сверху. Что отстрелило? Там что-то отстрелило, что отстрелило? Мне голову жахнуло. Что это вообще такое? Это странного вида предмет. Странного вида предмет. Это ракета, чувак. Да? Не знаю, о чем ты там думаешь, это ракета. Ляха, что это такое? Что это? Куда оно поехало? Поршни. Чувак, а можешь меня снять оттуда? Оно, видимо, должно стоять на этой. Сейчас, подожди. А, тут отрезать надо, но не отстрелилось.
Да, оно должно было, видимо, или остолиться, или я не знаю. Коробка топовая. Коробка мне пока очень нравится. Так, ну допустим. Это, видимо, для стабилизации. Наверное. Ладно, допустим. Ладно, окей. Это ракета. Видишь, летает же. Ё-моё. Ты ударился уже. Твою мать, там, почему я остальную часть ракеты за собой таскаю, я понять не могу. Не знаю. Пипец. Просто. Ты видишь меня, да? Да. Я летун. Редкостный причем. Так, давайте-ка я сложусь пока что, потому что мне что-то не очень это все нравится. Кажется, я приземлился или почти приземлился. Я приземлился. Да? Так. Ну что, хочешь полетать на этой говнине, Петровна? У тебя... О, подожди, я тебе улучшил коробку. Иди сюда. Это ты коробку так улучшил? Нет. Пошли коробку улучшим. Посмотришь, как я ее улучшу. Я даже не знаю. Уи. Что? Это мой глаз, между прочим, чувак. У тебя он от этого черного вот так вот из глаз аж искры летят. Мне вообще коробка зашла. Она и так-то выглядела как больной ублюдок, а теперь еще и вращается. Подожди. Коробка что-то топовая. Штоповая. Плакай. Плакаешь. Плак-плак. Давай это, садись. Садись в ракета. Полети сейчас, как Илон Маск. Еще на черных ракетах я не летал. Ну вот да, понимаешь, все. Теперь там двойку, тройку. Молодец. Ладно, сейчас помогу. Хотя ладно, зачем? Что там происходит у тебя? Меня лагает от тебя страшно. Так удаляй. Космический сорс. Удаляй. Да зачем? Нахрена? Ты себя видел? Ты такой летун классный. Ты что, насилуешь стену? Да. Черной ракетой. Большой черной ракетой. Блин, я машину убрал. И что? Ну, она мне была нужна, чтобы до тебя доехать. Вот, смотри. Прикольно, да? Анимейшн. Ну, красивенько прям. Ню. Хот-дог-мобиль. Звучит заманчиво, да. Ну ладно, что, поехали. У нас уже был где-то подобного рода огурцы-мобиль. И банана-мобиль был. Да, но хот-дог. Но хот-дог — это что-то новое. А, у тебя подножка есть? Блять. Давайте я зайду. А, то есть я в багажном отсеке, что ли? Ну, получается. А, вот водительская. А можно мне... О, спасибо. Он еще и несколько местный. Да. Так, фонари. Это у нас подножка. А это сзади багажник. Слушай, ну прикольно. Я бы в таком катался. По городу. А чё бы нет? Все катаются, короче, там на мерседесах, там на... А ты на хот-доге. Всяких хондах, а я на хот-доге. А хрен ли, собственно. А знаешь, у всех там хот-род, а у тебя хот-дог. А у меня хот-дог. Нормально. Да, нормально. Да мне все ненормальные обзавидуются, это же мечта юра. Ты знаешь, даже я бы такой катался по приколу просто. Ну, знаешь, вот это же приятно, когда на тебя смотрят, да, на тебя обращают внимание. Поехал. Ну, с такой хренью будут просто вообще все обращать внимание. Понимаешь, просто там Lamborghini, их там тысячами выпускают, да? Да, ну, сотнями. А такое, я думаю, один вообще будет. А такую камбалу. Это поворотники, по сути, какие-то есть. Такую, да. Прикольный, смотри, вот она заезжает прям на гору. Чё? Подвесочка у него маленькая. Что? А подвесочка могла бы быть чуть-чуть, ну, типа, вот, не маленькие, а большие использовать. Понимаешь, что мы доехали дальше, чем на внедорожнике, вот и все. Ну, вообще, да.
А еще движочек прям что-то слабенький, такой слабенький. Ну, знаешь, он тыркает такой, он обычный, еще до выживания. Он, да, да, он такой. Обычный. А что там наверху, куда мы едем вообще? А мы на гору крутую. Распеваем песню тихую. Знаешь эту песенку народную? Да. Там топком. Ой, ты хую! Ой, ты хую! Песню тихую. Ну, типа, всё, песню тихую петь будут. Там бабки обычно исполняют. Хорошо, бабка. Космическая программа Украины. У нас нет космической программы. Ну, видимо, вот это прототип. Садись. Ну, ладно. Как и быть. И чё? Дальше садись. Это сиденье, что тут два сиденья, кстати, есть. Вот, всё, я готов. Ой, блэд. Дайте я зайду. Я без тебя не пролечу. Закройте, пожалуйста, двери. Отлично. Ну, и... Ну чё, уверенно. Ну да. По крайней мере, не взорвалось. Ну, чё-то мы вот это вот не туда летим. А, подожди, земля аж круглая. Ну, типа, всё нормально. Да, да. В этом вся проблема. Ну да. И по ракеты они все так и взлетают, по сути. А ты вышел, да? Я подумал, что я не хочу улетать с Земли. А мне нормально. Далеко ты там? Да, сейчас я догоню. Я все еще лечу вниз. Да? Все еще лечу. Да, еще лечу. Вот, приземлился, наконец-то. И я приземлился. Зачем ты удалил? Мне еще 200 метров падать было. Да, кстати, с ракеты летел быстрее, чем без ракеты. Не знаю, как это работает. Я думал что-то заспавнить, переехать. О, Хогвартс! Вот, давай открывать. Давай вот ты открывай на этот раз, потому что я уж боюсь там. Шахид мобили там или что еще другое будет. Да ничего тут такого не будет. Не знаю. Вообще похоже на челлендж. По-моему, он не может открыться. На подарок с машины. Что? Где включатель? Что? А где открыватель? Так, тут сенсор. Вот, все. Вау. Все нормально. Ну, это по-любому. И как я должен выехать отсюда? Не знаю, наверное, вот так вот. Ты всегда удаляешь коробку. Какой смысл был? Ой, блин, у меня глаза вращаются еще. Типа, во. Я смотрю на тебя. Я слежу за тобой. Не-не-не. Ага. Я все равно слежу за тобой. Ты куда ходишь там? Ты от меня не уйдешь. Сорс? Что? Я вижу, что ты задумал. Смотри, как я заискивающий могу глазами вращать. Это как 10 раз подмигнуть. Еще и вот так могу. Ох ты ж, блин! А можно не обратно? А, я кнопку самоуничтожения нашел. Какая полезная штука в машине. По поводу следящих за тобой глаз, да? Что это такое? Это? Отойди, а дальше по башне увидишь. Это ракета? Нет. Это башня... Это башня этого Сарумяна или как его там? Сарумян, смотри, что с тобой случится сейчас. Ну давай. Давай, накажи меня. Тебя не накажут, на тебя просто будут долго упорно смотреть. А, то есть это все, да? Все, что он может. Да, но он может. Вот так вот будет максимально. Знаешь, как ночью выживание страшно было? Глаз должен был быть больше, он прям малюсенький. Башня малюсенькая, что ты хочешь, один к одному? Не, ну в принципе он мог быть раза в два больше. Он на тебя прям это, светит лучом. Да. Не боишься ты света, я знаю, что не вампир. Ну живу-то ночью. Оу. Вот. Глюк, Русия. Россия. Заводить нужно с пульта, я понял. Что это такое? Оно что-то сбросило. Что это? Он не знаю, что это за спиннер на минималках. Чувак, я не знаю. Ты робот-пылесос.
Ладно, я пошел пылесосить тогда. Тут пыль не дососил, а чукаты улетели. Сейчас развернусь, подожди, возвращайся. Где пыль? Где пыль показывает? Вот здесь, возле куста, видишь? Ну, где конопля растет или что-то. У меня проблемы с позиционированием. Я потерял связь со спутником. Я встретил непреодолимое препятствие. Пожалуйста, перезагрузите и поставьте на базу для подзарядки. Подожди. Тюка, это не кот! Я только котов могу возить. Подожди, у меня есть идея. Тату, подожди ты! Ой, дурь какая. Сядь на палец. Звучит заманчиво. Нажми кнопку. Ты где? Глюк! Ты где? Ты где, блядь? Где? Я нашел воду, кажется. А, не, это не вода. Я не знаю, что я нашел. Какую воду? Ты где? Ты мне не сказал, что нельзя несколько раз нажимать на эту штуку. Нет! Ты где-то там за небесами? Я в какую-то сторону улетел и очень далеко улетел. Прям очень-очень далеко. Не натыкай кнопку, а нажми кнопку. Там, по-моему, на 500 блоков телепорт в одну сторону. Я долечу до конца, да-то. Там нет конца. Тюка, плохо. Нормально, чё, я падаю. Давай рестартить, хрен ли. Овербиг. Ты про крутящуюся голову глюка? Вижу. Да, какая башка классная. Офигеть. Смотри, какая объемная. Да, так я первый раз такую вижу. Я типа в прошлый раз с глаз выпуклых охренел, а тут, блин, голова просто. Подожди. Неправильно. Это прикольно, это реально угарно. Так, ну хорошо. Overbig. Так, здесь не должно было быть дырки. Супер большой. Осторожно! Здесь кукуруза нарисована. На этот раз. Этот раз. Осторожно. Ага, понятно. На этот раз осторожно. А тут кукурузка. Давай. Вата. Что это? Что это такое? Подожди, в смысле? О, тут кукурузка. Пиксель-артик. А, Люк, любишь людей бить, смотри. Серьезно? Прикольно. Так, подожди, а как туда залезть? Туда же можно залезть, да? Оу, май. Да. А как? Иди сюда. Ну иди сюда. Потом посмотришь. Только эта штука. Что это такое? Бип-бип. А ты нажми кнопку. Why? Это странный механизм. Это очень странно. Это просто бибикалка, которая бибикает? Не знаешь? Что это такое? Это сейф? Я не знаю. Не знаю. Знаешь, по упорности подходит, в принципе. Хренобоба какая-то капитальная. А, ну да, в принципе, здесь больше ничего и нет. Просто такая хрень, которая крутится, и вот это вот, и все. И чувак, которого можно избивать. Прикольно. Это что? О, боже мой, чувак! Нажми на кнопочку. Из кружки вылазит монстр, что ли? Это ведро. Ну и... Прикольно. Не, прям топчик. Топчик. Офигенно. А вот это вот как залезть, я пока еще не понял. Я вижу, ты любишь упоротые штуки. Через глаз. Конечно. Ну. А там 1-2 есть кнопки? Нажми один. Да. А ты! Я тебя сейчас откручивать буду.
Сейчас как откручу. В атаку! В атаку! За Сорзом! В зопу иди. Я быстрее. Я тебя найду. В атаку. Тюка, ты слишком легко меня побеждаешь. Это нечестно. А что у него в пузике? У него ничего. Бункер в пузике. Да, у него тут ничего нет. Не, ну блин, подарочек прикольный. Прям все такие, знаешь, креативные штуки. И эта хрень, я вообще не знаю, к чему на самом деле. Мне кажется, это отсылка к какому-то, может, скримеру или просто... По-моему, на пирата похож. По-моему, на тебя с утра похож. Вот, потом еще голова отдельно, ну, потом еще отдельно это... Ползу, вот так, в принципе, да. Виселица это угарная тоже, которая может попинать человека, прекрасно. Ну, по-моему, вообще. На тебя похож. Ну и ладно, ну и хорошо. А ты видел какую-то кукурузу, кстати? Где? Наверху, да. Вот тут. Классно, да. И тут тоже. И наверху, и тут, везде. Кукурузка. Так что, ну, прям замечательно, замечательно. Все, по-моему, на этом наши подарки закончились на сегодня. Создавайте новые, пишите в их название слово глюк, публикуйте в мастерской, и я буду тоже смотреть периодически ваши подарочки. Подожди, вот. Надо тебя глюками окружить. Там, тут я и так окружен глюками. Сплошные глюки. Люди, глюки! Чё меня глючит? Во, все прекрасно. Можно просто лес из глюков создавать. Классно же. Это же моя мечта. Все, ребят, ссылочка на Сорза в описании. Заходите к этому чуваку, у него тоже есть ролики по скрипт-механику. Их много, гораздо больше, чем у меня. Вот. Всем удачи, всем бобра. Ты подписаться должен на глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-б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